тогда прежде всего первый вопрос. Вот какие сейчас планы у мобильного оператора, оператора Феникс? Расширять покрытие, делать покрытие более качественным. На данный момент идет активное тестирование настроенной сети. Справляются определенные технологические ошибки, которые происходят на сети. Рост абонентской базы предполагает за собой большую работу, потому что сервис должен работать 24 часа на 7. На самом деле мы не предполагали активные темпы роста в марте месяце. Он составил 39 тысяч абонентов, новых уникальных абонентов за март месяц. Мы реально смогли оценить, где у нас, в какой тенденции происходит нагрузка наших сегментов сети. И вот сейчас как раз идет выравнивание в соответствии с потребностями абонентов. А вот в районах, например, как Ясиноватский, там есть проблемы со связью кое-где. Вот как, будет ли решаться какая-то проблема сейчас, или, может, какие-то планы? В Ясиноватском районе проблем со связью Феникса нет. Если они были, они уже оперативно решены и решаются в течение 4 часов. А вот по мобильному интернету, совсем недавно он уже был внедрен, на каком сейчас он этапе? На этапе активного открытого тестирования.